Эй, друг, хочешь поучаствовать в шоу «Интуиция»? Если да, то поставь прямо сейчас видос на паузу и напиши, как ты думаешь, с кем у меня совместка. Всем привет, друзья, с вами Имама. И сегодня необычное видео. Для сегодняшней совместки мне не пришлось там заходить в Discord, кому-то писать. Сегодня совместка с Лизой, и она здесь с нами рядом. Всем привет! Сегодня мы покатаем в эту гребаную штольню и покажем вам хороший пик, как же апать нормально кубки. Да, я не на своей основе, но здесь тоже жесткие зарубы. Давайте я вам покажу небольшой фрагмент. Раз, два, три, четыре. Ну... 5 раз выиграли, даже... А, это старое. 5 раз выиграли, разочек проиграли. К сожалению, не сразу записывали. Так что давайте сейчас уже с записью замутим что-нибудь интересное. Как обычно, один танк и один сап. Лиза помогает ящики ломать. Ну, а я стараюсь вырезать всех танков, так как здесь кубки небольшие, все идут на танки какие-нибудь. Садятся и пытаются рашить. Но Саня. Саня лагает жестко. Саня двигался как инвалид и походу у него с интернетом проблемы. Фрэнк — это легкая добыча для меня, и поэтому... Барли очень круто ломает баночки, но на Барли у нас Лиза. Да. Лиза, когда играет напряженные каточки, она сфокусирована на игре и поэтому мало говорит. Так что основным комментатором буду я. Я так буду. На... Вставлять. Да, на запаску. Ага. Вон, 4200 у меня уже, и надо идти на 5К и открывать еще один мегабоксик, глядеть, что же там. Рядом баночек не особо, но погнали в центр. Там кого-нибудь вырежем, если, конечно, нас не убьют. И я играю с айпада. До сих пор не привык к управлению. Иногда не могу дать нормально ульт. Но в целом вроде... Ой. Ульту слил зря, но в целом кусты раскрою, пусть не мешают. Да. Давай, выкидывай. Да. Ой. Вот это сюрприз с двух сторон. Так, откуда он идет? Ай, я застрял и немного не мог подвинуться. Все-таки непривычное управление, но прикол в том, что очень неожиданно вышли именно с той стороны. Если бы те, кто были справа, вышли бы на нас чуть раньше, мы бы их изи убили бы, а потом спокойно потаранились бы с теми. Но дело случая, на нас вышли одновременно две тимы и поджали прямо в этом туннельчике. Это как гопники во дворах ловят. У нас либо все, либо ничего, да? В центр и следим. Ну да, в центр идти — это рисковая игра, но я по-другому не умею. И тому же учу Лизу. Это пригодится в 3 на 3, когда вы будете рубиться, а не отсиживаться. Это поможет вам в дальнейшем, потому что вы сможете... Блин, там еще кто-то сзади настреливает. Вот опять. Опять два кольта каких-то. Ах, блин, не зацепила. А, не зацепила. Меня тут опять прессуют со всех сторон просто. И это прям... Блин, да? Да, сегодня закончится когда-нибудь поток. И прут именно по одной штучке. То есть не идет целая команда, никто не рискует. По одному просто как мясо идут. Уходи, уходи. Там еще один. Все, возвращайся. Что-то мне тут настреливаешь. Только в ряд не стоим, потому что... Угу. Блин, у них там дофига бана. Ой-ой-ой. Ладно, я собрал на ульт и нормально. Ждем. Ну, мы эту тиму не разбили, и сейчас у нас, скорее всего, будут проблемы. Хорош, живи-живи. Ай, блин. Обидно. Ну, второе. Ладно. Была возможность. Но вы сами видели, ребят, что было внутри. Там просто без конца со всех сторон на меня перли. Я уворачивался как мог, но они как муравьи, просто без конца. Новые. Просто как Звездные войны, ё-моё, целая атака клонов. Так.
Лиза там одну баночку собрала, она скинула против типов с никами, значит, не прям все такие топовые и сильные, не все на 300+. И с быком всегда сближайтесь, только если у вас есть ульт. Просто так этого делать лучше не стоит. Ой, здорово. Ой, тут еще одна. Ой, опять. Как обычно. Ох, это молодец. Это было эпично. Где ты еще один? Да куда ты прешь? Мы решили покупать. Вы видели, да? Это команда Pro. У них рикошет рашит, а Прима это сейф игрок. Как эпично улетели с двух ульт, это было прикольно. Но опять, они вышли на нас вообще неожиданно. Как обычно, ждали. Ой, здорово. Зря на него ульту потратил. Зря она не ультанула, не могла нас убить. Ладно, просто напугали их морально. Давим, то что у нас тут 8 банок, и к нам лучше в центр не идти. Джимми Кокатуа. Кокатуа. Ну, давай теперь мы побудем в той, да, давай, в той роли, когда... Когда зажимаем мы, ребята, это даже не интересно играть. Конечно, интересно играть, когда зажимают нас, потому что напряженная каточка, стараемся вывести ее, но когда зажимаем мы, это слишком изи. В общем, как-то вот так. Вот тут вылезли, оставляем банки. В кустах, наверное, отсиживались. Лиза там сама раскидала. Кубки идут в легкую. Давайте скатаем еще пару каточек, чтобы вы для себя отметили эту комбинацию, что делать можно, что нельзя. Первым делом, что нельзя делать мне, это нельзя сближаться с танками, не имея заранее ульты. То есть надо подготовить почву для того, чтобы их разносить. Ну а потом сами видели, когда я не ожидал того, что на меня вышло две тимы. Я уже просто тапал, и ульта накопилась вторая, и они просто отлетели вдвоем. Против меня одного. Ой. Куда ты прыгаешь? Ой, там а, просто... А, ну да, понятно. Два быка. Давайте, я сейчас пойду за ними. Либо здесь барлик взять. Да, здесь барлик. Давай, из принципа пойду за быками. Ну, вот он стоит. Вот, еще... На! Блин, ну гребаный барли, я же... О, ты жива? Уходи, уходи. Левее, уходи. Тут. Не пались, да, вот здесь побудь. Блин, гребаный барли, я же хотел за ним пойти, надо было его сливать, потому что двух быков я бы вынес, если бы не этот барли. А вот за тобой идут уже тихушники. Уходи, выше, выше. Блин, я забыла, что это не моя ульта. А агрится на нас две тимы, и это уже интересно. Это уже получается опасненько. О, отлично, отлично, Прима, хорош, Прима. И это сейчас будет, баночки. Походу, это будет разнос барли. Давайте. Все, Лиза такой же, барли даже сильнее уже, уже у нее 9. И куда? Давайте. А он теперь химик. А что ты, такой же, не очень, да, смелый? Давай, фигачу. А, уходи там этот. Ладно, я банки соберу, самое главное. Вот этого барли там. Ай, блин, гребаный барли. Он не дал мне ультануть. И... Ну, я сама запорола здесь. Пошла. Ну да, слишком сильно пошла, но ладно, пофиг. Давайте еще пару побед и... Так. В центре опять мало баночек, рядом на респе тоже ничего нету. Ну-ка, у вас вообще банок нету. Нам везет, везет. Они понимают, кто из катки скилловой, так что не дают им специально. О, Нита. Нита, это сладенькая для меня. И там бык идет. Там бык идет еще. Ой, блин. Не туда. Ну, автотап такое дело. А здесь... Здесь бык, бык. И этот тоже здесь. Как здесь его, все. Прима? Здесь Стас, Гена, Тюша. Вот тут где-то Прима, по-моему. Да, Прима это сладенький. Вот здесь. Ага, Прима думал, что здесь барли один просто идет к нему. Ага. Не тут-то было. Тут кто? Ты просто... Ой, блин. Просто, блин. Ой, сейчас он меня заденет.
Блин. Очень напряженные каточки, просто по КД все на нас лезут. И самое главное, ребят, если вы могли заметить, то в нужный момент я немного к нему вернулся. То есть я убегал от него, но в какой-то момент я зашел к нему в упор, чтобы вот так вот вынести. И так и было с прошлым. Где-то здесь еще этот прячется. Да не, он слева. Булл, нет? Но он слева там, далеко. Вот этого закидываю, если он ультанет, то не ультуй, просто атака, просто атака давит. Идем, поджимать его. А, стой, сейчас это. Сейчас вот это. Ну все, надо их сталкивать. Вот сюда, в центр кидай, да. Блин, можно я к нему кину эту ульту? Ой, блин. Уходи выше, хорош. Блин, просто так. Да нормально, он для нас уже не так опасен. Я сейчас накоплюсь на ульту, все будет хорошо. О, здесь сидит. Тут же вот это, да, Тима. Сейчас надо от них избавиться, а то они сейчас как крысятки вот так вот. Ну, они за это поплатились. Ладно, копи полностью ХП, как только они к нам подойдут. Все, давай, закидывай кусты, выкуриваем их оттуда, таракан. Вот, давай, до свидания, просто как таракана. Ну и второе, это тоже изи. В общем, как-то так, ребята, используйте эту тактику. Очень крутая тактика, думаю, вам понравится она. И легко будете апать кубки. Если вам понравился такой вот видосик с Лизой, то поставьте лайк, напишите про это. И я почаще буду с ней снимать, так что... Надеюсь, вам, ребята, понравилось. В общем, мы с Лизой на этом, думаю, закончим. Да, всем пока. Всем удачи и всем пока.